Итак, итак, что у нас? Получается, получили школьный набор, льготное питание. Получается, город Дивногорск, 4-я школа. На, иди подержи. Вот так вот, чтобы видно было. Так. Ну что, посмотрим, что у нас здесь. Завязано вот так вот скотчем. Неизвестно как, что, кого, ладно. Режем по-живому. Так. Смотрим. Это на 12 дней ребенку горячие обеды. Пачка макарон. Так, посмотрим, что у нас тут. Пачка макарон. 450 грамм. Печенье. Сейчас, так. Вот, 280 грамм. Бутылка масла. Кубань. Литровая. Рафинированная. Банка тушенки. Троицк. Банка сайры. Так, вот он, перечень. Банка сгущенки Рогачевка. Это вообще бред. Молоко. Молоко. Литр. И две печенюшки. Это все ребенку получается на 12 дней. Он должен у меня жевать одни макароны 12 дней. С тушенкой. Понятно. Всем спасибо.